от хрени страдать. Сходи лучше пиццу. Закажи. Денег у меня нету на работу. Но, а у меня-то насчет работы дательства ничего не спрашивай. Ну ладно, что, когда приступать? Это, ну можно в принципе завтра. Это, работаешь ты у нас охранником. Вот так. Зарплата какая? Наверное, как обычно. 3000. Не, поменьше. А да я 500. Что ж. Ну ладно, давай, до завтра. Завтра, в принципе, ночью приходи. Так. Ну, думаю, что камерам. Ой, что ж. Хм. О, тут камера на меня повернута. Ну ладно. Так. На этом было все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Всем пока!